Так, еще разок. В Крокус Сити Холл? Да, 14 марта, Дитер Боулен. Дитер Боулен? Да. Ну, Томас Андерсон, Лоден Токер. Все. Ямахо, Ямасо. Я правильно понимаю? Все верно. А Кипичайон, Вера, Юго. Мы, организаторы, зал закрываем в телефонном режиме и выделяем места по номиналу и без наценок. Не как на Пугачёва сейчас билеты стоят там по 100, по 150 тысяч рублей. Ну, Пугачёва, вы, извините меня, вели, какая величина? Ну да. Вот, мы тоже ее продаем. Вот. А так, на Дитера Боулена места идут от 2000 рублей и до 20 тысяч уже в лучших местах партера. А танцевальный партер идет по 3500. Поэтому просто подскажите, как вам посмотреть места. Чтобы подвигли телом, ну или чтобы вы посидели, потанцевали. А что, прям на сцене сидеть можно, чтобы Дитер Боулен выступал, и я сидел прямо вот типа на сцене? Ну, по 20-ки могу сделать вам места, первый ряд партера. А еще ближе получится? Нет. Так. А Дитер Боулен это который из них? Ну, с волосами. Но сейчас постригся, нормально вроде стал. А волосами был, с белыми волосами, как Александр Маршал, вот такой? Не-не-не. Какой Маршал? Нет, похож, лицо. А, ну лицом, да. Маршал Жуков. Не-не, это другой, который, помните, у него в рекламе Cotton Shoulders еще, по-моему, снимался. Ой, да там у кто него... только не снимался. Ну да. А так там вот, и Юрий Дудь, извините, пожалуйста, в Cotton Shoulders, и муж Заворотнюк, и кого там только не приглашают. И даже и Сергей Дружко, если что. Вы хорошо знаете сразу, Алексей Сергеевич, я понимаю. Я очень сильно люблю это все дело. Ага. Ну а так вот вам самая идея сходить на Дитера Боулена, как вам? Самая идея подумала? Дурацкая, честно говоря. А если разговор бы начался с Дмитрия Нагиева... А вот с этого надо было начинать. Ага. Хотите, я вас отправлю на его спектакль «Кыся»? А вот это не нужно. Единственный спектакль, в котором он играет. Я знаю, да, он его любит, он его 15 лет играет уже. Ну да, просто этим летом будет прощальная, так сказать, ну, он будет закрывать этот спектакль, и билеты будут стоить 60, а то и 100 тысяч рублей. О, ну это ж кто там, два человека придет? Не, ну почему, зал будет полный, это будет Крокус Сити Холл. Ничего себе. А есть еще... А вы еще, вы на все билеты? А вы еще какой-то стендап был в Крокус Сити Холле? Такое есть у вас? Не-не-не. Не, у нас есть мероприятия, балет, мюзикл, там разное шоу, но стендапа нету такового. Ну и правильно, это какое-то говно, честно говоря. Стендап это. И Времов есть. Вот. И Времов он есть. Он вам по духу будет. У него, кстати, вот новая программа, господин хороший, вопросы есть. Где он там в разных, ну, обсуждает там политиков, чиновников, артистов, друзей, алкоголиков. И в конце даже, если будет немного под шафе, отвечает на вопросы. Пройдет эта программа 28 марта в Московском дворце молодежи на Фрунзенской. Очень интересно. Но... Там по местам, кстати, от 2000 рублей до 12. Хотите, вам пару мест сделаю, а вы планируете уже свой день отобьете. Да вот я просто не могу планировать ничего наперед, потому что я сейчас лечусь. Поэтому не знаю, когда смогу освободиться. Так хотите, я просто там Алексей Семенович сделаю тогда, но 4 места не буду делать, сделаю 2 места, я буду дополнительный стимул, чтобы вы побрали здоровье. Да а как это ж получится? Это ж все от Господа Бога зависит, здоровье-то. Я-то от чего здесь? Я-то никак уже не решаю. Поэтому, возможно, может вы мне просто скинете смс-сообщение? Нет, зачем? Или... А стоит было вам читать мои сообщения. Давайте я просто пару мест сделаю хороших. Просто, ну, это Ефремов. У него расписание на год вперед расписано. А это новая программа, вопросы есть. А там же надо деньги, получается? Деньги платить Говори. Нужно? А? Деньги надо заплатить же еще, да, получается мне сейчас? Ну да, конечно. Но тогда, наверное, ничего не получится. Ага, не, ну все, что стоит внимание, стоит немного и денег, как Пугачёва, где билеты стоят по 200 тысяч. Ну, Пугачёва, опять-таки, мы с вами уже обсуждали, это величина такая, что, извините, пожалуйста. Ну да. Да.
Ну тогда я думаю, до новых встреч. Да, я понял, если что, наберу вам, да. Обязательно. Потому что нового созвона со мной не дождались. Дитер Боулен. Дитер Боулен. Дитер Боулен. Дитер Боулен.